Вот так вот я поддерживаю температуру внутри матрицы, чтобы смола затвердела правильно. Потому что это эпоксидная смола, если не будет правильной температуры, она не затвердеет. Должна быть температура больше 20 в течение суток. Вот эта штука держит температуру от 20 до 25. Там внутри тепловентилятор и термодатчик. Вот он, термодатчик. Отсюда он показывает температуру. Вот. Здесь уже затвердело, уже можно выключать. Вот этот звук и острые колючки, значит, что точно все в порядке.